Полицейские сделали подарки самым активным гражданам. Членам общественных организаций вручили набор автомобилистов и топливные карты. Презенты достались таксистам и активистам движения «Ночной патруль». На счету последних уже более 100 пойманных нетрезвых водителей и сотни сообщений о правонарушениях на дороге. Таксисты с активной гражданской позицией также активно сотрудничают с дорожной полицией. По их словам, информация передается, если есть 90% уверенности, что человек находится в нетрезвом состоянии или совершил нарушение. Последний на прошлой неделе человек на «Газели» в районе 6-й просеки с нетрезвым состоянием, то есть находился наш коллега, сообщил, ребята подъехали, информация подтвердилась, то есть он совершил ДТП, то есть несколькими машинами. Множество всевозможных случаев, множество всевозможных аварий я там встречал на дороге по вине там пьяных водителей непосредственно. И хотелось бы в первую очередь какое-то свое там вклад внести, чтобы реально люди сами, те, кто и выпивал, не страдали от этого. И за рулем они себя также поберегли. Люди четко понимают, что их задача именно в том, чтобы выявить такого водителя. А уже вопрос задержания этого водителя, его блокирования и в последующем отстранении от управления – это вопрос сотрудников госавтоинспекции. Здесь самое главное – наладить оперативный контакт, оперативную связь. И у нас это на данный момент неплохо получается. То есть мы работаем и в рамках телефона, и в рамках мобильной радиостанции.